Друг – это тот, кто дружит с другим. Друзья, ну, дружба нужна для того, чтобы не грустить без друга, потому что не очень интересно жить. С другом можно поиграть там. Вот. Даже же у некоторых взрослых есть друзья. Тот человек, который... Ты, например, там попал в чужое место, и ты боишься, он тебя защищает. Еще ты там пришел в парк погулять, и ты там встретил себе мальчика или девочку, и ты потом с ней познакомился, и потом вы все всегда вместе. Друг – это человек такой, что не бросит в обиде. День друзей – это когда друзьям дают подарки и приз дают. Бывает такое, что девочка и мальчик вместе дружат, а не только девочка с девочкой или мальчик с мальчиком. Для того, чтобы дружить, общаться и развиваться. Сначала можешь познакомиться, потом ты скажешь, как тебя зовут, и можно... Меня зовут Дима, Ваня, Данил. Просто познакомиться, сказать, сколько тебе лет и все. Мой друг – это Сима, потому что я его люблю. И еще мне нравится, когда он со мной играет. Если денег нет, не иди к врагу, иди к другу, он тебе денег даст.